Здравствуйте, коллеги. Рядом со мной Алена Никитаева, компания «El Paco». Здравствуйте, Алена. Здравствуйте. Давайте сразу знакомиться с компанией. Я менеджер по развитию компании «El Paco». Мы существуем с 2003 года, являемся производителем торгового оборудования, POS-материалов, выставочных стендов, промо-упаковки, сувенирной продукции. Интересны можем быть как крупнейшим ритейлером с точки зрения установки нестандартного торгового оборудования, табачного, практически любого, так и прямым производителем, нашим крупнейшим клиентам, которые заказывают у нас упаковку для своей продукции, все, что требуется для выделения продукта на полке. В том числе мы хороши тем, что разрабатываем свои идеи вот прямо от задачи «сделайте нам здорово» до непосредственно выхода в сети. Как пример, вот есть такой корпоративный подарок, который мы разработали с нуля. От идеи просто вот как поздравить мужчин с 23 февраля, и сами все воплотили, сами произвели на собственных производственных площадках, разослали, то есть полностью проекты под ключ, это наша основная деятельность. Расскажите, вы придумали и реализовали, или пришел клиент с какой-то мифической идеей, и вы ее сделали? Бывает, что клиенты приходят с мифическими идеями, но, как правило, мы хороши там, где у нас просто есть задача, вот, поздравление там или мероприятие, а мы под это разрабатываем полностью концепцию, изучив стиль клиента, их пожелания, историю, и предлагаем свои креативные идеи. Битва за клиента идет каждый день, и такие креативные люди, как вы, могут, конечно, сделать из компании, которую никто не знает, компанию потрясающую, заметную и популярную. Совершенно верно. Это наша сила в этом. Пожелаем вам удачи. Спасибо вам большое. Спасибо.